У вас должно быть время, когда у вас начинается отдых, вот, и вы в это время отдыхаете. У вас должно быть время, выделенное на близких, для социальных контактов. У вас должно быть время, выделенное на домашние дела, на гигиену там, и так далее. И вы должны понимать, что это время, которое вы вот четко резервируете под соответствующий вид деятельности. Тогда у вас будет происходить в голове переключение с одной деятельности на другую. В противном случае ваш мозг находится в режиме многозадачности. Вы вроде бы пытаетесь отдыхать, при этом вам приходят какие-то сообщения, вы их не думаете, но при этом вы уже начинаете про это думать. Потом вам надо что-то делать, вы начинаете что-то делать. Потом параллельно вы, значит, начинаете прибираться, разговаривать своего ребенка, сажать обратно за уроки и параллельно работать. И дальше ваша голова взрывается.